Привет гостям и подписчикам канала «Правильный выбор», и сегодня обзор посвящен индукционной варочной панели Samsung NZ64H37070K. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Для того, чтобы не пропускать другие наши ролики, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Буду рад вашим комментариям и лайкам. Электрическая варочная поверхность с независимым типом установки сделана из качественной стеклокерамики и выполнена в черной расцветке. Габариты для встраивания этой модели составляют 56 на 49 сантиметров. Варочная панель оборудована четырьмя индукционными конфорками, каждая из которых обеспечивает быстрый нагрев. Диаметр конфорок равен 140 и 220 мм. Индикатор остаточного тепла предотвращает получение случайных ожогов о горячую плиту. Широкий рабочий диапазон управления температурой индукционной варочной поверхности позволяет быстро и точно регулировать температуру приготовления еды. Просто проведите пальцем по светодиодной панели управления для регулировки температуры каждой рабочей зоны одним движением. А благодаря увеличенной ширине регулятора мощности вы можете более точно выбирать рабочую температуру. Индукционная варочная панель оснащена функцией выключения в одно касание – Quick Stop, благодаря которой вероятность ожога сводится к минимуму. Простым прикосновением пальца вы можете моментально выключить зону нагрева, чтобы предотвратить перекипание или пригорание пищи. Кроме того, благодаря данной функции вы можете выйти из кухни, не беспокоясь о том, все ли у вас в порядке. Индукционная варочная поверхность оснащена автоматическим детектором, благодаря которому вы легко подберете нужный размер посуды для каждой рабочей зоны. Когда кастрюля или сковорода помещаются на варочную зону, детектор мгновенно определяет, соответствует ли диаметр посуды размеру этой рабочей зоны. Если посуда занимает менее 60% площади рабочей зоны, вы увидите на дисплее рекомендацию выбрать другой размер посуды. Функция блокировки управления исключает возможность травмирования детей при неожиданном включении варочной панели, если ребенок вдруг коснулся ее поверхности. Одним прикосновением к кнопке управления она просто блокируется, и варочную поверхность невозможно включить случайным прикосновением, то есть риск ожога исключен. Если вы не меняете настройки включенной варочной панели на протяжении длительного периода времени, она отключается автоматически. Поэтому даже если вы увлечетесь беседой с семьей или друзьями, вы можете не беспокоиться о том, что на кухне может возникнуть пожар. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них, сначала отрицательные. Неприятный звук оповещения и нажатия на клавиши. Сброс мощности происходит не сразу, а секунды через 3-4. При средней мощности нагрева работает рывками, включает-выключает индукцию. Панель через 30 дней использования сама треснула в середине. Запах пластмассы 2-3 недели. Шумит, гудит, свистит при работе. Неравномерный нагрев конфорок. Теперь перейдем к положительным. Быстро нагревает посуду. Не жарит случайно попавшую на конфорки еду. Быстро разогревается. Турбобуст. Удобное сенсорное управление. Режим для детей. Автоматическая подстройка под размер посуды. Можно готовить через салфетку, чтобы не царапать, пачкать поверхность. На этом обзор подошел к концу, всем спасибо. Смотрите и другие наши видео, там много интересного, в частности мы делаем топы на различные гаджеты. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. И напоследок уделите немного времени, напишите комментарий и поставьте лайк. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».